Недавно открывшийся торговый центр в северо-западном микрорайоне нашего города дал своим посетителям возможность полностью оценить всю прелесть и роскошь масштабного проекта. 20 мая состоялось второе техническое открытие. На этот раз проходила презентация третьего этажа. Мне очень приятно, что в моем районе открывается такой замечательный торговый центр. Он очень большой, здесь много хороших магазинов. На третьем этаже уже полюбившегося курянам центра располагается 10 ресторанов различных кухонь. Жар-пицца, крошка-картошка, сабвей, блинов, донер-кебаб, сушка. Приготовили для первых своих посетителей самые вкусные блюда. От любителей вкусно покушать не было отбоя. Все нравится, все очень хорошо, весело, интересно, конкурс веселый, интересный. Вот пришла с ребенком. Здесь открылись большие супермаркеты спортивных товаров и цифровой техники. Даже самые взыскательные покупатели смогут подобрать необходимое. Открытие третьего этажа спортивного мира, поэтому это мой рай. Чем вам понравился торговый центр? Тем, что все удобно, все рядом, красиво все, привлекательно. Мне вообще очень безумно нравится. Можно прийти как с семьей, с детьми, так и просто пройтись по магазинам, провести время, посидеть в кафе. Очень прекрасный магазин, мне очень нравится. Полностью торгово-развлекательный центр заработает в сентябре. Тогда на третьем этаже откроется современный кинотеатр «Люксор». Это 8 кинозалов на 1550 мест. А сейчас для любителей чего-нибудь остренького работает кинотеатр с эффектом 7D. В сентябре жителей ждет очередное открытие. Первый в России магазин Fun Day теперь в Курске. Это солидный дисконт-центр международных брендов. Очень много пространства, магазины, кинотеатр еще не открылся, конечно. Мне нравится. Открытие торгово-развлекательного центра «Европа» – еще один шаг к тому, чтобы город стал современнее. Это своего рода мини-городок для шопинга и отдыха. Торгово-развлекательный центр «Европа», город Курск, улица Студенческая, 1.